Отопительный митинг в Белоярском поселке. Сотни жителей в морозы вышли на улицы, требуя отставки свердловского губернатора и главы городского округа. Из-за халатности чиновников, заявляют недовольные, они до сих пор сидят без тепла в домах, замерзают школы и детские сады. Ситуация накалилась настолько, что люди готовы идти на крайние меры. Начали с акции протеста, хотя официального разрешения проводить ее участникам не дали. Более того, полиция усилила меры безопасности в центре поселка. Анжела Брик продолжит. Обогреваемся печками. За это у нас приходят счета за электричество очень высокие. За холодные батареи Наталья платит по двойному тарифу. 2500 за несуществующее отопление и 1500 за электрообогреватели. Но уж лучше раскошелиться, чем замерзнуть, признается хозяйка. Ведь детям даже согреться негде. Батареи едва теплые и в школе, и в садике. Но у меня ребенок в садик ходит, а второй ребенок в школу ходит. После праздников тоже очень холодно. Даже новый садик построили. Вот мы ходим в новый садик. Я хожу на второй этаж, у меня ребенок ходит. И вот эти дни холодно. Даже я батареи трогала. Были 4, наверное, батареи в нашей группе холодные. Почему? Не говорят почему. Перебои с отоплением в Белоярском районе не первую зиму. Старая котельная и дырявые трубы то и дело подводили. Поэтому нынче летом поселку выделили более 200 миллионов на реконструкцию системы. Работы провели, но ничего не изменилось. Только вот если раньше чиновникам мешало то, что сети старые, то теперь то, что они новые. На отладку, говорят, нужно несколько лет. Жители терпеть устали и сегодня лично пришли к главе округа. Узнать, когда же будет тепло в домах. Потерь нету, а тарифы выросли. Зачем мы сделали энергосбережение, чтобы тарифы выросли? У людей и холодно стало, и тарифы выросли. Больше всего жителей возмущает, что им приходится оплачивать неполученную услугу. В счета теперь закладывают и расходы на электричество, которые потребляют купленные в ноябре дополнительные насосы. Доведенные до отчаяния жители требуют отставки главы округа и области. Нужно что-то менять. Сегодня у нас уедут телекамеры. И завтра опять в проблемных домах батареи стынут 100%. Наш анализ показывает, губернатор не является человеком, который способен руководить этим регионом. Что касается вашего главы, я считаю, ему нужно поступить по-мужски и самому подать в отставку. Глава Павел Юдин вины уже не отрицает. Как-никак, январь на дворе, а тепла все нет. Обещает построить еще одну котельную и таки наладить систему отопления в поселке. Для этого жителям нужно больше жаловаться. Позвоните. Вот понимаете, скажите и расскажите, но не между собой, а доведите информацию до нас. Вот это серьезно говорю, мы узнаем на 3-й, 4-й. Иногда и позже день. Ну а жителям села Бруснятское, которых отрезали от котельной вовсе, глава пообещал помочь летом. Теперь главное – дожить до него. Анжела Брик, Евгений Дробышевский. Новости 41 канала.